наши юные сорванцы оказались довольно капризными участниками. Удалось ли Сереже найти общий язык с ними и решить проблему подросткового возраста, узнаем сейчас из сюжета. На прошлой неделе одним из первых сделал свой выбор Сергей Лазарев. Я его считаю своим кумиром. Я знаю, что там были наставники и покруче. Честно говоря, хотел бы я работать с Пресняковым. Несмотря ни на что, Сергей решительно настроен привести свою команду к победе. Смотрите, две песни. «В самое сердце» на русском, да, я как сказал, «Seven Wonders» на английском. Какая песня вам ближе? Я не слушал его песни до этого дня. И ты сможешь, мать. Понимаете, такие слова, которые нельзя петь очень аккуратно. Лучше голос сорвать, кричать. Нам как бы с ним очень тяжело ее петь. Как вам, если мы будем реально петь вот эту «Seven Wonders» и танцевать там? Я рад, что вы сами доковыляли до этого решения. Хочется, чтобы фирменность присутствовала. Эта тройка только усложнила себе задачу, ведь песня на английском языке. Номер 100% подразумевает вот это вот. But nothing that compares to you. Видишь, ничего не трясется, поэтому у вас должно быть постоянное дыхание. Вот ребята говорят, хотелось бы побольше заниматься и так далее. На самом деле они врут, они хотят побольше поспать и так далее. Там, конечно, мутит воду Святослав, очень своенравный, даже чуть-чуть мешает. Давай пой! Понимаешь, всегда кто-то слабое звено. Давайте я вас сниму. Значит, смотрите, вы, конечно, двигаетесь чудовищно. Вам кулости не хватает. Вы видите, вы сейчас дрыгаетесь будете, вас вот прям... Я просто не могу, короче, я уже все обидал. Мне кажется, он подумал, что мы полные придурки. На сцене мне показалось, что они команда. А на репетиции мне так не показалось. Будьте более развязаны, но уберите вот эти плачущие бровки. Уберите детскость. Месяц назад я выступал в своем городе в ДК «Октябрь», а сегодня я пою вместе с Лазаревым, и это просто что-то. Но как только группа осталась без наставника, Святослав опять проявил свою лень, и ребята на генпрогон вышли не готовыми. Все пошли, дальше. Тренер, ты упала, что не видел, что ли? Блин, ты реально артист или кто? Ты упала, ну и что? Ой, Костя, реально, ты можешь закрыть? Пожалуйста. Сам закрой свой рот, закрой. Сам свой рот. Вы себя строить, непонятно что, понял? Нам сейчас запретили репетировать, но Святослав, безусловно, сегодня подставил по-крупному. Подведет ли Святослав свою команду во время конкурсного выступления, узнаем прямо сейчас. Давай, соберись, тряпка. 4, 3, 2, 1. Хочу к Меладзе. There's nothing down on earth, nothing that compares to you.
Константин, сразу попрошу вас не оценивать вокальное искусство Сергея Лазарева, а перейти все-таки к молодым дарованиям, которые сегодня вот так смело, дерзко существовали на этой сцене. Безусловно, я не могу и не имею права оценивать вокальные данные Сергея Лазарева, но я могу оценить его продюсерские качества. И вот на сегодняшний день, вот, исходя из тех выступлений, которые я посмотрел, вот наиболее кропотливая продюсерская работа была проведена именно им. Мне кажется, что с юными работать тяжелее всего. Они все-таки еще дети. Сейчас на сцене было 4 полноправных, полноценных солиста. Я смог их расслышать, рассмотреть. Слушайте, парни, ну я хочу, чтобы вы посмотрели на Сережу и поняли, что значит гореть на сцене. Посмотрите, как он загорел, и какие вы бледные парни. Давайте как-то. Знаешь, они в таких здесь условиях, в том плане, что они каждый мало спят, каждые 15 минут у них распевки, какие-то репетиции. Поэтому все похудели, и они бедный свет не видят, потому что они хотят к Меладзе, и ради этого делают все возможное. Аплодируйте им громче, друзья! Ну, парни, Верочка ждет вас. Сереж, ну ты доволен? Ты знаешь, я доволен. Мне кажется, самое важное было вот в этом выступлении наставника и ребят, да, нужно было их показать прежде всего. Не потому затмить, что не затмить ни в коем случае, потому что это не про нас. Ну понятно, мы уже артисты со своим опытом, с багажом, со зрителем. А сейчас это все шоу про них. Я надеюсь, что Свет, у нас получилось. У меня к тебе вопрос. Ты сегодня сорвал генпрогон. В принципе, это могло вообще послужить тому, что вас могли дисквалифицировать. Ты понимаешь это? Да, это моя ошибка, я уже извинился перед парнями. Ребята меня как бы меняют со временем, на самом деле. Они помогают мне, чтобы я вел себя как бы прилично и не вредно, вот. Кто ваши главные конкуренты? Мы постарались сделать хорошую, качественную работу, теперь выбор за Константином. Ну, то есть ты не переживаешь, что сегодня вы можете вылететь? Ну, в принципе, слова были хорошие относительно нашего номера. Я надеюсь, что ребята, парни, эти останутся. Вас сегодня больше всех хвалили. Как ты думаешь, уже зазнались, нет? На самом деле опасно, когда хвалят. Мне кажется, что на сегодняшний день можно порадоваться. Это хорошее просто движение вперед. Они не стояли на месте по отношению к предыдущему эфиру. Но это не значит, что завтра надо перестать работать. Номер один из самых сложных у вас. Как учились и прыгать, и при этом петь ровненько? Но на самом деле в таком темпе очень тяжело работать, но мы старались, и я думаю, у нас неплохо получилось. Как